здесь собираются делать дорогу. Лучше бы они заасфальтировали то, что идет к деревне. А то денег получили и пролюбили, как обычно. Хорошо, что бабушка с Шуриком это не видит. Да, сезон открыт. Я тут убирала палисадник. И так территорию. Когда люди строят, а другие, без царя в голове, это ломают. Ноги бы себе лучше переломали. И руки. Типа, чтоб вода утекала, хотя она и без них вполне нормально утекала при живом востике. Бедная деревня, что с ней делают? Люди отмывают деньги. А это гнездо. Никогда ничего тут не замечала. Кстати, вот эта вот ложбинка раньше была дорогой, когда не было круговой. Русские люди. Не, возможно, какие-то еще другие люди в других странах так делают. Не знаю. Но здесь когда-то был дом, еще до моего бытия тут. И по истории тут было 33 дома впритык практически. По молодости нашего деда двоюродного. Там, кстати, тоже такая же фигня. Но я получится дойти туда. Вон там вот развелась путешка. В этом году тут прибавилось мусора-то по сравнению с прошлым. Тут тоже, наверное, дом был, судя по этой лощинке такой. Нет бы там что-то вывести в места нормального сбора мусора. Что-то сжечь вполне можно было. Дом теперешний. Вообще там он. Вон там. Не палец мой. Когда-то был дом. В прошлом году еще там частично оставалось осадок дома. Добрые самаритяне разобрали на дрова. Где березки раньше был дом Гороховых. И хозяин теперешний вот у этого дома крайне благополучно сжег. А моя сестра с подружкой по молоти тут устраивали Манхэттен. Клуб такой. Вообще, когда я мелкая была, тут была такая девочка Наташа Горохова. В упор не помню, как она выглядела. С мамой и бабушкой жила. Короче, мы с ними дружили. Была бы я в резиновых, я бы туда подальше спустилась. Но я в обычных замшевых ботинках. Ветер воет. Откуда я пришел? Интересно, журчание ручейка слышно на камеру или только я его слышу?
шиповник, который я собираю здесь. И не только я, по-моему. Подошла все-таки поближе, но уже довольно чувствуется шумок. Вот вам солнышко. Я не уверена, что его видно. Приезжайте к нам сюда на природу любоваться. Я даже два красненьких нашла. И уже в них обмазалась. Вот тут не только два красненьких, тут еще есть. Птички не склевали, и никто не собрал. Подошла с другой стороны почти к самой воде. Она не подходила сюда. Где-то, может быть, бегала. Но вот сама сюда внезапно поняла, где можно спуститься. Так вот, век живи, век учись. Вот вам водичка. Речка-потешка. Солнце в воде отражается. Я ее даже потрогала два раза. Можно купаться. Кстати, тут есть молодая крапива. Вообще тут хорошо так уйдешь. Без часов, без телефона, фиг знает насколько. И время летит непонятно как. Ну тут, конечно, тоже мусор. Вообще люди такие
в большинстве своем сволочи. Природа им столько всего дает, а они лишь бы гадить. Так же, как где-то треть комментаторов у меня на канале. Такие же точно. Есть видос, хотите, смотрите, хотите, нет. А они лишь бы что. На их взгляд, офигительно умные сказать. Ну, думаю, не только у меня на канале такие животные. А здесь уже не дойдешь, уже мокро на поле. Я думаю, вам, надеюсь, по крайней мере, слышно птичек. Маленькая лужа.